уважаемые коллеги. Я хочу обозначить сразу, на мой взгляд, один из основных вызовов при оказании финансовых услуг. Это проблема распределения рисков и ответственности. И что сейчас происходит? Сейчас идет гонка за технологиями, законодательство пытается бежать за этой технической, технологической гонкой, пытается дать определение цифровым правам, смарт-контрактам, чему угодно. Но весь вопрос, где зона ответственности лица, оказывающего цифровые услуги и финансовые услуги в цифровой форме, и где зона риска и зона, ну, по сути, ответственности потребителя. Вот этот вопрос, на мой взгляд, еще более непаханное и является тем самым существенным вызовом. Что происходит на практике? Появляются новейшие способы мошенничества, часто даже опережающие лучшие умы разработчиков цифровых технологий. Примеры в СМИ далеко ходить не надо. Например, звонят клиенту банка с номера, который полностью совпадает с номером банка. Соответственно, клиент доверяет звонящему, раскрывает какие-то данные, деньги уходят. Даже страховкой банковской карты, средств на банковской карте, этот случай не покрывается, страховым не является. Или вставил карту в терминал, потерял деньги. То есть где, на ком риск, соответственно, что с этим делать. В общем, самое, конечно, сложное – это понять, что должен делать потребитель, чтобы обезопасить себя от рисков, насколько, каким должен быть стандарт потребительского поведения, чтобы оно считалось безопасным. Ведь смотрите, потребитель, он же консервативен. Вот если задаться вопросом, а любите ли вы разговаривать с автоответчиками, с роботами? Наверное, большинство попадали в ситуации, когда оказывается тупик. Робот говорит, ответьте да или нет, а у вас более сложный вопрос. А вы можете подпасть под классификацию, которую вам предлагают? Не можете. И все, разговор закончен. Проблема не решена. Робот за что-нибудь отвечает? Ни за что не отвечает. Кто отвечает? Ответ есть на этот вопрос. Каждый человек берет ответственность в первую очередь за себя. Я про юридическую ответственность говорю. Ну, компания. Ну, спасибо за внимание. В общем, я обозначила проблему. В общем, в порядке круглого стола. Если этические взаимодействия с искусственным интеллектом. Спасибо большое. Я думаю, дискуссию мы...